Всем привет, дорогие друзья! Вы находитесь на моем канале болельщик КХ ЦСКА. Пришло время уже полуфиналом конференции плей-офф КХЛ сезон 2022-2023. И ЦСКА играет с Локомотивом. Сегодня я буду обсуждать первую игру этих команд. Итак, в первом и во втором периоде шайб не было. Я вам покажу только статистику. Статистика первого периода прямо сейчас будет на ваших экранах. И статистика второго периода. Вот она. И также я покажу статистику за эти два периода вратарей ЦСКА и Локомотива. Ну а теперь резко переходим на третий период, и тут ЦСКА, можно сказать, прорвало. Вначале Ярослав Дыбленко открыл счет в этой встрече ударом под перекладину. Вторую шайбу забросил Павел Карнаухов. И так закончился этот матч. Да, голов немного, моментов. В принципе-то было и не очень-то много. Но вот единственный момент, который мне запомнился, на 33-й минуте, когда счет был 0-0, и ЦСКА мог пропустить от Шалунова, но шайба попала около штанги. Всем спасибо за просмотр этого видео. Подписывайтесь на этот канал, также подписывайтесь на мой телеграм-канал, который называется «Болельщик КХ ЦСКА». Всем пока!